Здравствуйте. На кого вы тратите больше своей жизни, внимания, времени? Спросил я у самой молодой участницы группы, педантичной, старательной студентки, на тех, кого любите, или на тех, кого боитесь, к кому относитесь недоверчиво, кем вы больше заняты. Вдумчивая девочка, она говорит, ну, к сожалению, чужими, которых боюсь. В это время вмешалась моя сверстница и говорит, в наше время же звучали строчки «меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». Я отложил разговор с этой женщиной. Но потом девочку спрашиваю, а кому вы больше уделяете внимание, тем, кого любите, или себе? Она говорит, ну, нас же учили не быть эгоистами, тем, кого люблю. Не занимаетесь собой, а занимаетесь чужими, кого не любите. Любимыми занимаетесь меньше, чем теми. Собой не занимаетесь совсем. То есть все время всех одолжаете своей заботой. А вы любите сами быть должником тех, кто вас одалживает без любви, без интереса. А вы любите быть должником? Всего вам доброго.